Господи, возьми к Тебе, услыши меня, услыши меня, Господи. Нельзя просить, поэтому не судить никогда, никого не обижать, любить, помогать, уважать, даже уже человек в Царстве Небесном, ведь нам с собой ничего совершенно не надо, ничего. Братья, всех поздравляем. Ну, знаете, братья, сестры, после не подумают, что только одна пища, мы думаем, о, пища, гамет, да, пища, да, нет, не одна, а пища. Пища, ладно, вас никто за пищу, а вот, знаете, вот самое главное у нас что? Осуждение, нет смирения. Вот у нас самая, знаете, вот часть нашей жизни, которую мы нарушаем, вот заповедь Господня, да, не суди будешь, а мы выше Бога стали. Вот это такое, такое, да, нужно, Бог будет судить, не надо включать это, вот самое главное. И смиряться надо, любить друг друга, да, мы такие жестокие, вот нету, знаете, почти зверей, и то нет, как мы жестокие. Мы какой жесток человек, да. Вот делают войну, там, да, вот воюют, там, бьем, колотят. Кто? Разве Бог дал? Человек неразумный. Вот главное, братья и сестры. А вот нам надо смиряться, любить друг друга, уважать, да. Пост, он, знаете, это для всех, он не то, что традиция, там, вот, да, один такой, да. А Бог говорит, мы все к нему пойдем, будем отвечать все, не подумать, что умер, его отнесли. Там все живут, там никогда не умирает человек. Да, вот, знаете, тело грехов делает, оторвал палец, отрезал, там еще так, все, опять жив. А душа человеческая не умирающая вовеки. О, главное, братья и сестры. Вот это вот, любить друг друга, не ропщить, не надо роптать, вот любить. Не надо роптать, братья и сестры, а то ты знаешь, вот это злое, это плохое, это хорошее. Но Бог надо за каждое мгновение ответить, да. Надо его замыслить, помышлять, ну что ты мыслишь, нужен тебе все, да. Ну не надо, отложи всякое попечение, да, приди в храм. Вот думай, пост там, а пост это на первой неделе, считай, пост закончен. Ох, как быстро, чувствует, как время идет. А Бог дал время сейчас, вот время дал для покаяния. Только для покаяния, братья и сестры, вот чтобы смириться. Вот, а вдруг сегодня пойду, ну что тебе сказать? А у нас, знаешь, такой, да, когда мы будем смиряться, да, Бог, да, Бог, да, радость, он всегда любит, да, Матерь Божия плачет, вот, вы знаете, вот бросаем, мы приходим вот здесь, вот, послушаем какие-то выполнять, или вот, да, берем благословение, там, бросить курить, выпивать, там, все. Но это, братья и сестры, это, знаете, это не Батюшкина, а Божие благословение. Бог дал через Батюшкина. Пожалуйста, брось его, не кури, да. А так все, это ад. Это ад. Вот вечно, бесконечно горит, язык, рот горит, там все горит, да. Вот его так, если было даже тогда, был назначен, в 16 веке был, там нос отрезали, губ отрезали, каторг давали, а у Бога написано, как убийственный грех. А мы, да, не выдержим, там выпивают, то замерзнут, то, да, лишь только выпить, да, то набраться, как туалетная яма. Да. А посмотрите, братья, если особенно женщины, девочки, да, вот, посмотри, что идет. Да, ужас. Какие там дети рождаются, братья, сет, ну какие, ну что, они все больные. Все такие немощные, слабые такие, да. Вот поэтому есть время, Бог дает для покаяния, вот этот пост. Ну, немножко он такой называет, Великий пост. О, Бог, смотри, какое страдание, братья все, какие страдания. Вот, не знаю, что человек делает, да. Вот. Поэтому у вас есть вот смирение сейчас. Вот любить друг друга, помогайте, не осуждайте. Да, вы думаете, что это плохое, а это, знаете, как будет, там, когда будет Христос, скажем, будет открыт, все такое будет стоять, скажет, ну что ты ко мне не подходишь, как ты меня там обижала? А там будет радость целоваться, Христос воскрес, а вы, да, это обидел, а Бог, знаете, какая радость. Ох, братья, сейчас. Поэтому любить друг друга,
каяться, ходить в храм, Господь, весь раз прещать, исповедовать, да. Мы болеть не будем. Мы сейчас болеем, а чего? То вот это лекарство, там напьемся, там мы чего-то такое берем, там вязать химическое изделие, так что там нет, да. Сейчас, братья и сестры, очень много, конечно, стараться так вот меньше особенно. Вот эта вот медицина, которая очень много попадает в братья и сестры, не всегда можно их там вот, выполнять, пить там. Ну, выпил, может, половину таблеток, там, смотрите, какие миллионы идут, название какое-то, человек понимает, что чушь я напиваю, да. Вот некоторые они выпивают, я говорю, батюшка, весь день сижу, знаю, такая веселая, радостная, вот, такое мне лечение помогает, вот так час вот приходит, она таблетка выпьет, наркотик, да, раскинулась в море, шрупка, ее вот так вот таскает, она сидит под телевизором, да, вот постоянно. Только прошло, там 3-4 часа, да. Ой, мне батюшка так тяжело. И вот опять выпей таблетка, опять она, надо, ну знаешь, это наркотик, да, вот так ну, сейчас бывает, да. Вот поэтому их нельзя увлекаться. Нужно помолиться, посидеть, отдохнуть, успокоиться. Ведь это самое главное домашнее хозяйство. Что... Хозяин, телевизор, компьютер, да, дураки, вот, да, чувствуешь, какие мы глупые становимся. Да, да, вот приходит, вот, я никогда не был, особенно в этом году, братец, я говорю, батюшка, я дом прошла свой, я хоть в квартиру зашла, вот не сюда. Да, ты знаешь, вот они, знаешь, вот компьютер, братец, забивает, человек ненормальный. А мы все играем, там то мужа нашла, то жену нашел, да, все там, когда было такое. Да, вот так вот. Пожалуйста. Я думаю, что Господь поможет, что мы все наследуем Царство Небесное, братья. Бог любит, и запомнит, что так нас любит, очень и очень любит. Поэтому вот сейчас смиряться, любить друг друга, уважать, помогать, да. И вот в храм будете ходить, да, особенно во время Великого Поста, это на Пасху будем всех причащать тело и кровью Господню. Я тут был, знаете, то я еще когда служил, наверное, лет уже 15 прошло, может, и больше, а может, меньше, да. Тут одна, значит, мама и дочка, да. Вот они, знаете, причащались, да, а это, да. Значит, они, а мама говорит, да, просвора там все. Как назвала-то в такое положение, дочки своей, понимаешь, да. Вот, и, значит, я здесь прищал, ну да, я здесь вот в этом, вот, здесь прищал, да. Вот, я вот, говорю, никакая просвора, я говорю, а тело Господне, и все такое. И они потом подошли, она вводит, да, и вот говорит, что же, да, говорит, мясо, что ли, да. Вот такое, ты кушаешь, да, понимаешь, вот ты понимаешь. И, знаете, вот они не выдержали неделю, неделю, да, они все-таки меня нашли для того, чтобы мне покаяться, она не могла спать, не могла ничего, да, вот это не тело, не какое, а тело и кровь Господня. Вот, она дочке своей сказала, что вот, думает, что причащать чего, вот, братья и сестры. Поэтому вот нужно обязательно... Ну, как-то вот смиряться, знаете, да, подойти аккуратно. Ведь мы, знаете, причащаемся, да, вот святые дары, причащаешься тело твое, Господне. И все, говорит, брось, он там это дает конфетку, это дает пряник. Кто дал право такой? Причастилась, запила, да, иди потихонечку с молитвой, Господи, какая же была. Сегодня с Богом встретила, сегодня у неба побывала, сегодня у престола Господня побывала, тело Господне, да. А посмотри, там идет, это стоит с тарелкой, да, тебе пряник, на тебе. Вот, знаете, выходной день, знаете, вот там мальчик, девочка, да, кто тут раздавал, не знаю, такие безобразия, да. Знаете, братья и сестры, конфеты с палочкой, знаете, да, палочка. А у ней, а тут сверху, да. И вот она, ты знаешь, а ее толкает она сверху. Она сейчас проколет тебе здесь или глаз, и все, смотри. Это, знаешь, грех, это
и этот человек, кто это дал, да, а мы тут идем, когда вот причащают, там надо запить потихоньку, иди, Господи, о, какая же радость сегодня, это понимаете, а мы там даем то конфеты, то пряники, зачем, иди дом там помяни, престол, панихидный стол, пожалуйста, там положь, или там можно раздать, там собраться, может, там помянуть, ну не надо детям, они же плюют, и все, вы, знаете, потребили тело Господне, причастились, и вы так ведете, начинают разговаривать, да, там рассказывать, кто как живет, кто как чего делает, ну ты иди, ты же все это тайно, иди потихонечку. Знаете, вот по дороге, там не обязательно машину ждать, если близко можешь дойти. А ведь мы знаешь, в таком состоянии, братья, если ты вот пост содержишь не только одна пища, а вот смирение, смирение, больше ничего не надо. Никакого богатства нет, вот душа человеческая, она ой, наполняется величайшей частью. Вот, братья, сестры, да. А то у нас гордость, он мир появляется еще в гордости. Только гордость, братья, ничего человек не наследует. Вот у него самое главное, когда он смиряется, да, вот человек уже, знаете, он здесь уже чувствует, он уже как в Царстве Небесном. Да. Вот поэтому мы как заругаемся, сами психологи, больные становимся. О, заругалась там, да, соседка там, с кем такой, потом пьешь лекарство, да, напилась, да, вот такой. А ты смиряй, помолись за нее, она просит, она сама в храм не ходит, а ты ходишь будешь. Помолись за нее, там, сделай поклон, там, 5-10 поклонов. Ой, как это она ласковой стала. Вот так вот, пожалуйста. Так что, братья и сестры, да, еще есть время, я пока я не говорю, что Бог нас ждет, да. Он, а то время такое быстрое, чувствует, как она... Чувствует, когда мы не видели, как снег ушел, как снег пришел, да, не видели, как вот, да, все так быстро идет, все так совершается, вот все быстро, вот, да, время такое, видите, движется, как время, так не было никогда. Самое у нас большое время, это когда Пасха Господня, там, да, день как будто в неделю, мы в гости сходим, мы проведаем, а сейчас мы... Вот часто бываем, то друзья, то приятели, сходите в гости там. А почему мы ходим в гости? Лентяи. Такие лентяи, такого не было, братья и сестры. Как сейчас женщина, девушка, не может сготовить ни первое, ни второе, ничего. Куда бы сходить там, лишь покушать. И, да, о, как тебе хорошо там приготовить. А сами не готовим, ничего, не хочется готовить. Да. Вот, отвыкли уже, не знают, как борщ там пошинковать, там капусту делать, там такие капусты. Да, не знает, как сделать салатик, но сделал, сейчас же поздно, сделать там пошинкую, там и свежий капусту качать, да сделаю такой, да. Морковку там пошинкую, сделаю такой, да, какой же приятный, там огурчик, там картошку возьму, да, а то мы пост, кушать нечего, обманщики, да. Все есть, вот надо готовить сами, братья, это вот, вот это самое главное. Что еще хотел сказать? Мне кажется, все, да. Вот, да. Так что старайся вот дома готовить, братья, все это, да. Вот это вот за пост там, ну, старайся вот неделю там первую, может, кто покушает, а может, вообще не покушает неделю, а может, там, кто чай попьет, там, ну, кто, как вот, да, вот так делает, да. Ну, кто уж болящий там, как ему дома. Вот так, так что вот. Еще раз вас поздравляем с великим постом, как неделя проходит. Господи, сил с нами будет, и ногу боразве тебе, помощником скорбих не имамы. Господи, сил помилуй нас. Господи, сил с нами будет, и ногу боразве тебе, помощников скорбих не имамы, Господи, сил помилуй нас. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержденье. Нельзя, братья, сестры, поэтому не судить никогда, никого не обижать, любить, помогать, уважать, уже человек старый тебе, ведь нам с
собой ничего совершенно не надо, ничего. В чем рождается, в том мы уходим, братья и сестры, понимаете? Вот только Бог забирает у нас чего? Душа наша идет к Богу, а это все остается здесь, да. Вот только одну душу, чистоту берет, да, для того, чтобы вот с ней разобраться. Поэтому мы должны быть всегда готовы на родину, вот всегда, на каждую минуту, на каждую. Не то, что минуты, братья, мы знаем, раз будет смотреть, что все, да, и знаешь, как быстро все у нас идет. Вот очень, да, время на насыщено, на быстро идет, вот, ну почему же я согрешила, ну почему же я обидела, ну почему же я так сказала, ну почему же я так посмотрела, ну понимаете, вот, братья, все, вот главное, вот это просто состоит в нашем смирении. Вот это радость, да. Я знаю, когда смиряюсь, да, как вот на свет идет, да, человек свободный, он уже, знаете, уже как будто бы готов навсегда. Братья и сестры, Господь нам дает. Мы как рождаемся, так куда? Уходим на родину, уже готовимся туда. Прям каждое наше мгновение идет, братья и сестры. Поэтому как стараться вот никого не осуждая, не огорчая, любить вот друг друга. Вот я думаю, что вот для человека должен родиться на вечно, навсегда. Потому что, знаете, ответ давать, братья и сестры, надо за каждую вечную. Да. Вот поэтому есть время, Господь дает нам для покаяния. Вот кто у нас если готов, пожалуйста, можно причащаться в воскресенье, чтобы вот неделя прошла в такой, да, наполнить вот этой благодати, наполнить вот этим Духом Святым, братья и сестры. Знаете, вот у нас завтра литургия прежде освященных даров. Причащаются те люди, которые вот почти надрие, вот такие слабые, вот такие, да. А вот эти люди, которые вы молитесь, да, вам благословляется вот воскресенье, субботу, ну, лучше воскресенье, там как бы самое хорошее, да, то, что человек подготовлен, подготовлен, вот, и они тоже смолятся на нас, да. Вот если мы здесь не хотим молиться, лентяи, телевизор посмотрели, проговорили, за столом просидели долго. Ну, раз весня, а там будет день ночь молиться, лучше бы я здесь молилась. Вот, братья и сестры, поэтому, знаете, у вас есть такое время для покаяния, для смирения, для моления. А молиться можно, мы часто говорим, что Бог не может принять молитву. Мы, знаете, вот, что помолился, а он не примет. Так ропщим об этом, да. А Бог принимает все молитвы ваши. Ангел Господень принимает и лежа, и на коленочках, и сидя, и на боку, и на спине. Как ты будешь читать все молитвы, ангел принимает. Да, это мы только просто сами не хотим молиться, братья и сестры, да, только всего. Одна молитва. Господь, помилуй, 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 Господь. Уже человек где? В Царстве Небесном. Тут ничего больше нельзя. День прошел, минута, мгновение, раз, ответ, да. Посмотрите, братья и сестры, как бежит время. Вот человек уже знает, у нас дети, и то они, знаете, вот дети, школьники, то вот. Ой, батюшка, не успела покататься на лыжах, побегать на улице, да, то со школы опять вот такое напряжение. Сейчас вот дают вот очень программу большая, братья и сестры, они сами не понимают, что дали такую программу. Немножко, я знаю, учился я в школе, вот сам учился, да, вот. У нас была такая у меня чернильница, как сейчас помню, стеклянная, ручка, перо, да, и вот это писал у меня тетрадь, запись, я в каком классе писал, она мне, я покажу когда-то, да, и знаете, братья и сестры, я писал, у меня знакомый один Федор, Царство Небесное был, там, соседи знакомые, вот, знаете, я приходил, он, знаете, мне понравился, он когда читал «Человек Алексей Божий». Может, это знает, да? Вот такой, да. Мне понравилось, да. Значит, я неоднократно плакал, думаю, как же он жил и живет в родительском дому, да, наверное, знать, да. И, не, знаете, жена там, да, никто там не родители, да, понимаете? И вот, я знаю, мне понравилось. И вот я, знаете, беру эту вот ручку вместо, ручка, перо, да, и вот чернильница, да, тут наливаешь, да, вот пишешь. Она же быстро заканчивает свое каждое. У меня там вот написано, как я где больше нажимаю, где меньше. Понимаете, вот она рука. А сейчас у нас, знаешь, шариковая.
мы даже не можем написать про рупи, что пусть китайский не поет, какая буква, да, сами не разберем, понимаете. А вот тогда учились так. Тогда вот учили вот такие вот шрифты, был такой, знаете, он вводил, как где запятая, где вопросительный знак, где там предлог, где там, в общем, все выводилось, как за подчеркнутый знак, все было. А сейчас, смотрите, ничего нет, да, вот так, братья, это поэтому, знаете, сейчас у нас дети не очень хорошо занимаются, учатся, братья, это вот, ну, не хотелось бы, что вот они, дети у нас сейчас как ходят, вот, телефоны, да, потому что они там под партией. Там зайчик есть, там лошадь, там конь, да, понимаешь? Им некогда учиться не было. Она смотрит там, да, раз в карман там учитель идет, да. Поэтому, братья Сеты, вот я думаю, мы же, может быть, даже со временем вот отменят вот эти сотовые телефоны, чтобы у детей там не было, какого класса там больше. А то потому что очень тяжело у них занять, у них голова болит. Они приходят домой, им кушать не хочется, они слабые, они, знаете, у них голова, он ничего. Ни еда не идет, это радиация. Если у большого человека радиация, он так и думает. Это, знаете, вот как хозяин, вот так ходит в кармане. Алло, там и все, да, я опять некуда, не молиться, когда молиться? Раз, и все, опять там звонит, там звонит. И человек вот занят вот с этой вот радиацией. Больной человек становится. Вот надо спать, отдыхать, а мы его включили, положили перед самой, и все, да, и опять некогда ему спать, чтобы отдохнуть, она вот тревожит, а там все, вот ты весь полностью в этой самой. Мы, вот у нас и стоят эти вышки, братья, там стоит, там они все, не подумайте, они все следят, они все рассчитаны на каждый человек, братья, это вот, чтобы работать, там все как есть, и вот с Америки, Франции, я был, сейчас скажу, где. А где у нас, знаете, пуховый платок. Да, вот там, да, вот, я же тогда был, ну, еще военным там, знаете, братья, я думаю, что ж там, такие вышки стоят, там все плывет, там разные, там, ну, там есть и немножко другие, секретные, там, думаю, как, почему, это такая, там, блокада, там все. А когда, ну, вот это да, знаете, что в человеке, братья, сидит, он не отдыхает никак, вот на ночь возьми, выключи, отдохни, поспи, умойся, святой водичку выпил, латушку, да, и сон такой замечательный, а мы всю ночь, братья, сидит, поэтому это все влиятельно на каждого человека, поэтому мы часто вот бываем, что не всегда соблюдаем пост, не всегда, вот, то некогда, то все, вот. Поэтому есть у нас время для каждого, для каждого человека покаяние, и маленьких, и больших, да. Вот вместе должен человек, каждый человек должен, братья, это вместе раз обязательно причащаться, исповедоваться, все такое. Ведь мы знаем, это редко. Вот смотришь, что годами даже не приходит, там 2-3 года, вот мы, я как-то отсюда выхожу, да, вот так руки замерз, так вот один, там вот у него несколько канистров, да, идет. Ну, поздравься с него, а я его поздравляю. Да, и все так. Ну, в храм заходи. Вот, а водичка, ну, смотри, братья, себе, третий год берет воду на источнике, берут воду, да. Я, ты хоть был в храм? У бочки еще ни разу не ходил. Я давно берет, да. Вот уже третий год. Ни разу еще в храме не был. Ну, представь себе, как человек, да. Освятить Николая дает, освещает, да, помогает, дает здоровье, дает. Мы, видите, какие далекие, братья, сиды. Поэтому надо молиться, ведь Бог нам столько всего дает, да, такой радость, и хлеб дает, и воды дает, и пищу дает, и рай дает, да. Ну все, да, все нам вот, и свет дает, все, сейчас вот тепло, да. Ну кто столько может осветить, кто столько может прогреть, братья, сиды. Господь, понимаете, такая. Поэтому нужно славить всегда. Обязательно всегда с молитвой, Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй мне грешника и грешницу. Видите, какие у него страдания были, какое у него моление, до пота кровь, братья Сеты, да. И все ученики даже спали, не знают, что. А посмотри, братья Сеты, а вы знаете, этот человек осуждает. Человек такой жесток, говорит, мы такие жестокие, братья Сеты. Даже не знаю, сколько крат, поэтому, ну, как тут.
Так вот себе и детей приучают, да. Вот у нас вот сейчас вот эта неделя заканчивается, она заканчивается, братья и сестры, самое главное, подготовительное, это, можно сказать, к Пасхе уже неделя, да. А там уже, видите, как быстро идет, вот там уже пойдет и все. Поэтому вот сейчас вот самое главное, первая неделя, читаем святого Андрея Крейского, да, душа вот помилуй мне, Боже. Помимо меня, о душе человеческого, о душе человеческого, душа главная, брат. Больше ничего. Бог, знаете, он поднимает, как, знаете, братья и сестры, как вот душа, она становится такой радостью, да. Она вот выше поднимается, вот все выше поднимается, все по лестнице, как лестница, когда вот ничего, он все оставил. А вот знаете, душа поднялась немножко по лестнице, да, как вот туда идти. Вот мы куда спешим, торопимся, там все такое, ну тихонько иди, да, читай, прочитай, все, готов, да, и все, ну надо тихонечко идти, вот и опять еще, и так, смотри, уже человек поднимается, молитва, у него радость такая, наполнит этой благодатью, ведь никто не наполнит, никто, брат, как вот Бог вам наполняет, он вам все дает. Мало там чего, попроси там Макаев, там святитель Николай, преподобный всем святым, да, и они обязательно вам помогут, обязательно. Часто мы, братья и сестры, вот бываем, собораемся, да, вот на читку едем, там к Ерману, там еще к кому-то едем, да. Вот оттуда, когда приезжаем, мы такие больные, измученные, искорёженные, все, понимаете. А вот зачем человек поехал? Ну зачем ему отчитываться? Не надо. Ему надо первое что? Прийти к батюшке, взять благословение, причащаться, покаяться. А сколько там, вот, ну полгода там, или меньше, там, как мы дадим благословение. А потом взять благословение, чтобы отчитываться. Вот этот собор, он должен в год один раз. А мы по три раза, батюшка приехал, и опять такая, и опять я злая, вот сегодня приезжает. Нет, это женщина. Знаешь, батюшка, я приехал такая, да, с Москвы она приехала. Да. Я такая бесноватая, у меня-то знаешь сколько, и только всего. Ну сколько же тебе, чего ж ты без, зачем тебе нужно беседовать, да. Вот я-то знаю, я вот такая, я могу, нет, что ты можешь сделать? Ну, у меня, брат, бутылка святой воды был, я сюда им полбутылки, сюда, все с ней спало, все отпало, мне помазали, я помолились за нее, она другая там встала, да. Вот такая великая благодать, братья, вот у нас сколько у нас приходит, да, сколько у нас таких, а мы там отчитываемся, без конца ходим, ну зачем тебе, ну не надо, вот раз и все, уже такая великая часть благодати твоей бывает, да. Вот, знаете, и Бог воспринимает обязательно, обязательно. Вот, у нас будет на третьей седмице, у нас будет собор, у нас бывает почти 500-600 человек. Ну, и знаете, какая радость, братья и сестры. Мы после делаем в субботу, чтобы в воскресенье могли все причаститься. В связи, этот собор, в связи наших грехи, братья и сестры. Вот наши грехи, они обязательно прощаются. Мы их не помним, когда ты совершила, а вот во время собора они прощаются. Мы там записки читаем, частицы вынимаем, да. Вот такая великая благодать. Поэтому люди все здоровые. Бог, у него больных нет, у него все здоровые, хорошие люди. Замечательные братья и сестры. Вот это уже те, которые, вот, знаю, кто занимается чародеей, там, гиплозы, чародеи, колдуны, там, знаете, вот они вот. Им, правда, тяжело, они, все, а ведь мы к ним ходим, смотри, что мы делаем. Смотри, братья и сестры, что делать. Вот, а ведь они тоже приходят, не все, а вот приходят в храм. Говорят, что она делает, чем она занимается, да. А я, знаешь, батюшка, вот лечу, да, чтоб там муж, жена жили, да, мочи возьмет, нальет, а потом да еще святой воды туда добавляет, да, чтобы они жили хорошо. Да. Что делать? Нормально, посмотри, что есть. Они там и песок с кладбища берут, и там и посыпают, и под дверь, и что только не делают. А ведь мы идем туда. Не она тебе зовет, но идем. Ну вот, деньги не беру, да. Я то одна тут тоже, не, потому что не могу сказать ее, братья и сестры, на похороны собирает.
Ты давно занимаешься? Да уже давно на земле. У тебя, наверное, миллиард уже. Тебе хоронить, наверное, золотое все давно нужно. Понимаешь, братья, какой грех человек. Я вот не беру, я только, если мне дадут, попрошу на похороны. Там отчитывают, что делать, что это. Батюшкам и то не всем дается, да, чтобы это все выполнять. А мы к ним, к бабкам, к этим идем. Читаем эти вот газеты. Грех, брат, он на нас как липнет, как клей, на всех. Вот поэтому стараюсь только в храм приходить. Тут не обязательно, батюшка, почитай там Акафист Казанской Матери Божией, Владимирской Матери Божией, вот она знает, она поможет, там Афонская Матерь Божия, которая за весь мир, да, уже человек в Царство Небесное. Ходи вас вот всех с праздником, заслуженно, так само будет, как и сегодня, так всю неделю. Завтра будет приезжать Священная Божественная Литургия. Они вас вот всех послушают. Жизнь умирает, и он не прощенный. А Бог, смотри, братья Сеня, вися на кресте, который его страдание, да, он, знаете, смотрите, он сказал, не знает, что человек делает, и мы вот не знаем, что мы делаем. Вот такие жестокие, да, ведь Бог дал 6 дней работать, а 7-й посети Бог, ну приди в месяц раз, ну в год один раз, ну полгода приди, в 2 месяца раз приди, ну в 3 года приди, и это нет. И вот ты знаешь, братья, себе, действительно, вот будет легче городам, этим Гоморры, Содом, которые они провалились, они сейчас, они никуда не ушли, братья, себе. Они, так ведь, знаешь, они там и стоят, это город, он стоит, он никуда не делся, да. И поэтому, а у нас сейчас еще тяжелее, братья, себе, да, мы такие сейчас жестокие, жесток человек 10-15 раз и больше уже становится. Еще больше, братья, и поэтому надо держать. Ведь у нас самая трагедия, что нету детей, нету рождения, нету ничего. У нас, знаете, вот, знаете, одно убийство, вот, смотри, одни аборты, в 3 смены идут аборты. Смотри, что есть, братья. Ну что мы за себя оставим? Ну чего мы оставим? Вот сами подумайте. Ничего. Ничего, ни детей, ничего. Знаете, земли много, смотри, какие едем. Все земля такая пустая, были такие арбузы, там дыни, там были огурцы, помидоры, все поля засаживали, едешь, там все есть, да. А сейчас ничего, некому работать, братья, поэтому детей нет. И знаешь, как вот не было тяжело, смотри, после войны, и были и трудяги, и работяги, делали все, и детей в поле рождали, были лошади, кони, знаете, кабаны там и знаете, козы, все было, и бараны. А сейчас, знаете, ничего нет. Сейчас один хозяин, телевизор, компьютер, все. Ничего, человек идет, даже не помню, куда он идет. Да. Понимаю, вот его поправлять надо, потому что это радиация, братья. Вы больной человек. Вот еще ведь нету даже вот этой лекарств, которую вот человек может. Очевидно, его и не будет, да. Вот человек заблужден, братья, он тяжелый. Ему тяжело, он приходит, он весь нервный, он весь больной, он весь психовый, ему не спать, он и спать не может. Почему мы не спим, братья? Потому что мы все вот связаны с этим, с этой радиацией. Да? Поэтому вот как нужно, как себя освободить. Вот, да, есть праздник, но надо его соблюдать. Ну хоть немножко, хоть час один, ну два. Приди в храм, не обязательно, ведь в храм только. Не требуй что-то, а ну свечку поставь, не обязательно. Ну, пришла помолиться, подошла там, ведь все знали, братья и сестры, как преподобный Сирий, как святитель Николай, как Серафим Саровский, как, вот как скажешь, таких святых не было, как святитель Алексей Митрополит Московский. Ведь все знали, братья. Вот смотрите, преподобный Сирий ходил почти каждый день до Киржача, и он сюда, ведь я у места здесь, я сейчас тут, а тут лес был. Все, смотри, каждый день почти 40-30 километров ходил. А мы сейчас от остановки до остановки, наверное, не дойду. Вот в таком состоянии, братья, все, смотри, вот сколько ходил, смотри, вот как. И вот и не то, что он прошел там и сюда, сел, да, а он знает, то воду несет. Знаешь, монахи были, то роптали, вот видишь, воды нет, то хлеб нет, да, а он у них, вот какое у него смирение, он принесет, поставит им. Да, есть умыться, есть все такое, понимаешь? Вот, братья и сестры, поэтому мы сейчас вот не трудимся и мало очень молимся, да. Ведь Бог не подумает, что Бог заставляет вот исполнять такие правила, там,
навсегда. Ну сколько сможет, так выполняй. Молитва, да. Ведь часто говорят, о, батюшка, да, знаете, времени нет, никак не помолимся, не хватает. Знаете, одна молитва. Господь помилуй, Господь помилуй, Господь помилуй, Господь помилуй, Господь помилуй, Господь помилуй. Уже где? В Царстве Небесном. Уже вот одна молитва, только уже человек уже наследует Царство Небесное. Вот Бог такой, Он любящий, Он не наказывает. Всех любит, братья. Ни одного человека всех любит. И такие, знаешь. Вот за свет вот платим киловатты, там за все, да, столько надо, да еще штраф не заплатили, все. Смотри в окно, да, смотри, все освещать кругом. И пьяницы, и такие-то хорошие, и плохие. Вот мы говорим, плохой, хороший человек. А смотрите, братья, здесь, а он освещает всех. Всех и хорошего, а у него все едино. Это мы говорим, о, человек плохой, да, у него все едино. У него хорошие все, братья, никак тут здесь никак нельзя говорить, братья, все люди все такие хорошие, просто не соблюдают. Вот теряют, то не то, что там Божие теряют, а иногда человеческое, да, человек, ну все, знаете, ну что, накурился там, выпил, да, все, пошел, всю ночь гуляет, пришел, там, какие работы, ну какие работы там у ней будут, когда она заблудилась, там, некогда, там, один там мужчина, второй там, где-то меняет их, да, не замуж выходить, не детей. Ну какие там дети, братья, вот сами подумайте, ну какие дети, когда вот, да, вот подходит, а, говорит, батюшка, вот знаешь, мы, да, буду за, выходить замуж, да, мы сначала поживем, я того бросил, а вот с этим вроде мне получается, да. Ну смотри, она там 5 лет прожила, с этим 2-й год уже живет. Ну понял, ну какие дети, братья, все, ну какой грех, ну как родители смотрят, ну как допускать, братья, греш, ну я, вот я думаю, для меня очень страшно, братья, все, очень, да. Мы не ругаем, просто говорим, вот познай, да, вот покаяние, чтобы смириться, да, Господи, ну почему мы такие, ну почему мы такие жестокие? Поэтому вот время Господь дал нам для покаяния, братья, все, чтобы мы молились немножко, вот чуть-чуть, и все, уже человек сам себе, он же нас так любит, никого, ни один человек так не, как Бог нас любит, всех любит, братья, вот сегодня мы стоим где, вот вы сегодня в храме стоите, знаете, где под небом, о, даже нету свода где, а колонии, вот смотрите, как мы стоим, свободно, дышим, нормально, вот. Смотрите, он как любит. И вот так подумал, человек, вот я сам что сделаю, а вот на улице выходишь, да, вот посмотри на улице, да, как же он такое небо держит, какие же он своды держит, какие же у него камни там, что же там есть, братья, все, вот представь себе, посмотрите, как он держит, смотрите, какую воду держит, какие деревья огромные такие, не обхватить, да, а смотри, какой жесток человек, все порезал. Ничего, сейчас все пустое становится, вот Петра, там, вот всегда, Бесия, да, потому что мы все уничтожаем, воду уничтожаем, рыбу уничтожаем. Смотри, что здесь, братья, я скоро купаться от них, да, где-то, чтобы, да, там нефть, там бензин, там керосин, да, и только всего, да. Поэтому все это, братья, это не Бог, если, знаете, нам дает уничтожение, там, а, знаете, это человек сам. Вот человек нерешительный, он нарушает заповеди Господни. И знаете, за каждое все отвечать надо, братья, за каждое. Он ресницы выдернул здесь, брови, да, все уже надо, уже болеть надо, вот там 2-3, а ей все не будет. А точки-то этой клетки не будут, братья, все, она уже все уничтожена. Она все куда-сюда действует, так родничок вот мотает, сказал, Господи, слушай, это нарушает дело. Заругался там, обидел соседка опять. Ведь она, мы ругаемся с соседями, да, вот такой плохой, хороший, да. А ведь Бог дает, ну, она почему ты вот больше ходишь в храм, веруешь, там все такое. Она тебе ругает, обзывает, там, да, ну не знает, чего это. Мы говорим, язык без костей. Ой-ой-ой, он ругает, все делает, да. А посмотрите, братья, это она что дает? Ругать, чтобы за нее помолиться. Ну, напиши записку там такой Марии там, или Катерине, там, да, понимаешь, вот напиши за нее, помолись, она сказала, ой, что-то она хорошее стало. Понимаете, это вот, братья и сестры, Господь дает, чтобы мы любили друг друга, молились за каждого человека, не обижали. Вот мы обижаем, а то уже на родину надо идти, знаю, как пойдет. У нас смерть не за горами, а
за плечами, сказал: «Господи, ну почему же мы нарушаем эту заповедь?» Поэтому у нас есть время, братья и сестры, Господь дал очень немножко и остается для покаяния человека, для покаяния труда, чтобы вот мы взвесили это все, да, подумали, сказали: «Господи, а что же вот поле?» Ведь мы первую седмицу у нас утро-вечер, каждый день слух, да, чтение канона вечером было, в этом, знаете, святой Андрея Креста, и говорится о каждом слове: «Помилуй, Боже, помилуй», о каждом человеке, о каждом душе, о душе человеческом. Ни о чем, братья, о душе человеческом. Ведь мы знаем, вот сам, какая она светлая душа, как ее Бог хранит, понимаете? Вот мы знаем, все можно, рук отрезать, пальцы отрезать, тут еще раз отрезать, все такое. А вот душа человеческая, она знает, она как Бог хранит. Он только ее берет, никто. И пойдет она кому? Только к Богу. Человек вот нарушает, что бы он ни делал, отказался, нету Бога, ничего там, отходит, но только пойдешь к нему, обидел его, снова пойдешь, снова обидел, снова, но только к нему пойдешь. Каждый человек, братец, поэтому у нас есть время для подготовки на вечность, на родину. Мы как рождаемся, так туда готовимся. Каждый день, на каждый мир, Господи, не знаю, где мы, не знаем, где у нас точка нашей жизни. Вот это вот, ладно, я очень рад, братья и сестры, все-таки, знаете, вот особенно после, знаете, почти всю неделю люди все ходили в храм, конечно, все, поэтому желаю, чтобы Господь нас всех принял, как вот мы сегодня, да, и чтобы так на небе стояли в такой раз, знаете, батюшка находится для вас, знаете, кто, как свидетель только вот с вами, что действительно это все было, там все, вы, знаете, вот греха не надо бояться, братья, вот, знаете, вот человек подходит, он рассказывает, да, где там то заблудился, там выпил, там лишнее, все прочее. Ну, знаю, вот этого человека хочется принять, он какой-то хороший, он замечательный, он такой, да, а который вот и есть, вот, да, как вот мы его православили. Если он начинает там искажать, ну что это, ну, знаю, человек знает, что он делает. Ну, в основном почти говорим, о чем вы делаете, да. Не то, что когда тебе ждать скажешь, да. Мы говорим, вот это сделал, вот это сделал, вот это, хотя и почти батюшка не должен говорить, но мы вам подказываем, мы вам как помогаем, вот, братья, чувствуете сами, что вот для вас какая помощь, да. Ведь вы приходите никому, ни к батюшке, никому, а приходите к Богу. Бог вас принимает, Матерь Божия принимает, все святые принимают, да. Они вам помогают, вот. Святитель Николай, Спиридон Трифонский, Блаженная Ксения, Блаженная Матрёна, братья Мария Египетская. Вот посмотрите, братья, я смотрю, вот так подумал человек, вот нарушает, там говорит, а Бог мне, наверное, не простит. А вот подумали, да, смотрите, Мария Египетская, и плясала, курила, выпивала, танцевала. Вдруг святая идет по воде, как за сим, да, по воде идет, как по земле. Кто ж такое идет, понимаете, братья, все вы понимаете, посмотрите, какое ее покаяние, какое смирение, она с собой ничего не взяла, и ни у кого не просила, да, смотри, какой она, какая жара была, переносила, там, и губы мне сохли, и попить тяжело было, там, воды мне не всегда могла достать, да, смотри, хлеб, там, все такое, и, знаете, ни у кого ничего не брала, одежда все порвата была уже одевать, да, и опять не просила, смотри, 40 лет молилась. Смотрите, братья и сестры, сколько она стояла, сколько она была вот на каполе, и плакала за свои грехи, и все такое, да. Что ж человек, а у нас сейчас, братья и сестры, рай открыт. Все, и молитву можно, и, знаете, помолиться, можно подойти к служителям, можно пойти в храм, можно пойти там в монастырь, да, и все открыто. Вот чувствуете, все открыто, чувствуете, что Господь нам дает, да. Вот дает нам, не дает нам еще холода, голод, ничего нам не дает. Все у нас, и вода, есть, и пища, и хлеб, братья, все думают. Мы сейчас, знаете, вот бросают там хлеб, все. Ведь это же святыни, братья, все. Мы, знаете, как с ними издеваемся. Ты знаешь, а кто? Ну, где ты? Ведь некоторые даже, вот еще не знают, хлеб еще, и как он растет, и где он есть. А вот особенно школьники, ну, да, 6-7 класс, да, как тут... Одна в 7 классе, да, заканчивает, да.
говорит, из чего же этот хлеб делается, откуда он берется? Да, в седьмом классе, братья, все, да, хлеб, да, насушный хлеб, который, да, колос, да, растет. Он, вот, как не знать, брат, за ним надо плакать, а мы его бросили, бьем на него, бросаем его, ходим по нему. Да, представляете, что на свалке есть, братья, все. Что же на свалке есть, вы даже не можете представить. Вы даже не можете представить, какие там иконы. Вот у меня большевцы есть, там иконода, трактор все завалит, ломает. Ужас один, да. У нас есть эти иконы, братья, со свалки приносят. Да. Мы пока, мы можем показать. У нас вот, пожалуйста, Владимирская Матерь, брошены, братья, все. У нас иконы, иконы святителя Николая. Вот где тоже старые, да, братья, все, смотри, со свалки. У нас старые иконы, знаешь, со свалки. Посмотри, что там есть. Все там душ, сколько там хлеба, сколько там всего брошено, сколько, да, понимаешь? Вот и поэтому голод, братья, все, это, знаете, Господь ведь нам еще дает молитесь больше. Время, да, для покаяния каждого человека. Соблюдать эти вот посты, да, все так, сколько сможешь, да. Вот пост не то, что мы соблюдаем, там одна... У нас пищи нет, братья, пищи, ну что, покушай, Бог тебе просит. А вот именно вот, осуждение, братья, вот нельзя, мы гордые очень, поэтому мы очень часто болеем от этой своей гордости. Ну, надо за дверь спасти. Будем. Вот, братья, все это уже, знаете, вторая седмица Великого Поста уже началась. Дальше служба у нас будет. Служба у нас будет пятницу. Литургия прежде освящения дорог. Так само у нас вечером, в сегодняшний день, братья, все это будет как раз в 16 часов. И в субботу у нас будет повиновение усопших рабов Божьих. Литургия, и после божественной литургии поминаются все усопшие рабы Божьи, братья. Все это вот, видишь, как Бог опять, еще повторяю, как Бог любит, братья, все, смотри, не оставляет. У нас начало поста было, Великого Поста, наступление, да, и мы тут повиновение усопших рабов. Смотри, как Бог. Мы думаем, что, вот, знаете, вот человек умер, его, знаете, и больше его нет, да, нет, он человек не умирающий. Мы говорим, святы Божие, святы крепкие, святы бессмертные, помимо, человек никогда не умирает, братья, святы, поэтому душа человеческая, она не умирающая, она у Бога всегда. Поэтому, вот, знаете, Бог любит, он поминает всегда. Вот мы сейчас Пасха Господня подходит, особенно первый день седмицы. Мы идем на кладбище, плачем, кричим, да, да что это, Христос воскрес. А мы там начинаем, весь, да, несем там цветы, несем там, знаете, вот венки несем, да, и, ну, это, собственно говоря, вот этот вот венок, это усопшие рабы, это вот мертвый венок, да. А если ты взяла там, ну, два цветка, три, живой принеси, там же они живые, а мы туда вот несем сюда, мы сделали там ограды, там вот такие крючки, там особенно дед вот час он залазит, сорвался, тут колол, там, смотри, сколько бывает, братья, очень даже много, а мы, ну, сделай такое-то маленькое, сделай такое, ну, где цветы там посади, она маленькая, можем пролезть там, посадить, помолиться, а то, я знаю, вот бывает, приглашали здесь, там на кладбище, а у них там замок стоит. Замок, она пока его не откроет, да, и мы не можем зайти, как мы не зашли туда, да. Вот, ты знаешь, как в тюрьму посадили, как в клетке сидит усопший раб Божий, а посади там цветок, не, мертвый цветок принеси, мы покупаем, ой, какой красивый, зачем он нужен, да, нет. Это вот и есть мертвый. А ты вот два цветка принеси, один, да, а ложь на кладбище, какая-нибудь рада, ой, смотри, как принесли. Принеси туда пшена, там, ну, там, рис, там, посыпь, там, птички помянуть их тоже, а ведь они тоже живые, братья, они все поминаются. А мы принеси там, там то спрятали бутылку, там не то, мы как ходили, вот, тоже на Пасху уже там пригласили мы на кладбище, на разрыв, вот такая бутылка. Ну что ж, наливаю там я, как поминать, братья, все, все равно страшно. Ты возьми там яичко, возьми там артус или что там, помяни там, знаю, они такие радостные, они такие хорошие, замечательные. Они за нас помолятся, а мы за них, да, вот Бог и дает. Одного забирать, одного оставлять. Ну, так и положено, братья, все, да. Мы
должны не плакать, а радоваться. Господи, вот человек пошел на родину, а мы еще в гостях. Да, зачем тебе? Ну, надо радоваться, что он уже молится за нас, а мы сейчас вот плачем там еще. Ну, приди в храм, там, возьми там свечку, помолись, там, поклонись, да. Господь нас всех принимает, храни вас, Господи. Еще раз. Спасибо, Господи, дочь. Христос воскрес! Воистину воскрес! Рождение совершает отец Стахий Минченко, митрофорный протоиерей храма святителя Николая Чудотворца в селе Филипповское. Прихожане Свято-Никольского храма села Филипповского просили передать отцу Стахию звуковое поздравление. Дорогой батюшка Стахий, в этот день сердечно приветствуем вас с днем вашего рождения. Большую часть своей жизни, уже 34 года, вы посвятили пастырскому служению, сочетая самоотверженный подвиг служения Богу и людям с подвигом молитвы и возведения храмов. Дорогой отец Стахий, вы являете собой истинное воплощение христианской любви. Вы всегда готовы нас понять, утешить, покрыть любовью, и не только отцовской, но даже, если можно так сказать, и материнской. Вы каждого из нас принимаете как единственного. Мы чувствуем вашу искреннюю любовь к Богу и людям и вашу заботу о нас. Ваши молитвы и наставления помогли многим обрести и сохранить православную веру, преодолеть искушения, а самое главное – следовать в своей жизни заповедям Божьим. Вы подаете добрый пример и молодому поколению. В этот знаменательный для вас день мы все, ваши духовные чада, желаем, чтобы вам сопутствовала и укрепляла вас ежечасно помощь Божия. Желаем крепости сил душевных и телесных, верных духовных чад и послушных учеников. Божьей помощи вам, дорогой батюшка, здравия, спасения и во всем благого поспешения. Да хранит вас Господь на многое и благое лето. С любовью и земным поклоном прихожане Свято-Никольского храма в селе Филипповское. Если кто получил у батюшки, там был календарик, на календарике была каждый год, да. У нас они где ловят, опускать никого нет. Вот они, здесь вот закрыты. Да вот, по 7, по 5, сегодня сколько принес? 5. Каждый год почти по 5. Не, один год было больше. Да, ну все, братья и сестры, почти пост, можно сказать, закончился, да, очень даже, видите, как быстро, да, думали, когда пост, а он уже заканчивается, да, поэтому вот сейчас время, это Бог дает для покаяния, для смирения, вот это самое главное, не то, что пища, а вот смиряться человек, потому что мы такие гордые, нам тяжело очень даже, поэтому вот есть время, чтобы покаяться, чтобы... Вот быть, любить друг друга, уважать. А тут время такое, раз, лучше нет, раз, и два. А, генерал. Так, вот, туда. Значит так. Вставать, батюшка? Да, я. Так, сейчас. Павел, даешь это. Павел, ты аккуратно. Даешь, значит, меня. Я вам давай. Даешь, значит, это отцу Геннадию.
Генералу даем. Генерал, казачий полковник. Полковник. Да, пожалуйста. Вот попали. Поближе, да. Полковник, давай. Иди сюда. Полковник. Да, пожалуйста. Бери, хорошо держи. Хорошо, что держи. Владимиру и Александру. Будем считать. Когда я посчитаю... Это, Владимир. Так, кто еще там у нас? О, Татьяна Ивановна. Все. Больше нет. Так, значит так, считаем до трех. До трех. Вот считаем, до трех. И свободно пускаем. Они уже ждут, да. Так, раз. Два. Три. Берели. Не надо забрать. Не надо. Батюшка же командует. Я считаю, почему вы считаете? Вы не видите, не надо. Вы слушаете только внимательно и все. Ну что, вот сейчас кто пустил, они должны вместе идти, да. Вот я считаю... До трех. И значит мы раз, два, три. И значит тогда мы сразу их пускаем. Да. Раз, два, три. Ну а то сказал, надо, как вы посчитали. Ну, они все, нормально, я очень рад, что вы сюда возвращаете. Желаю вам здоровья. Да пощади тебя Христос.